Битва роботов, 3D-печать, лес, выращенный из пробирки. Безграничные возможности будущего рядом. Стоит только протянуть руку. В ближайшие несколько минут все самое интересное о разработках и изобретениях инноваторов Мариэл. Все самые новые идеи и технологии прямо сейчас. И мы начинаем операцию инновации. Химическая чистка салона, полировка и наномойка кузова. Сегодня придумано много способов ухода за автомобилем. У любого слова с приставкой «нано» есть особый привкус научной фантастики и технологического будущего. Впрочем, для начала машину моют все-таки по старинке – водой. Автомойщики с внушительным опытом работы используют аппарат высокого давления, подающий воду. Следующий этап – пена. Автомобиль обрабатывается слабощелочным составом для удаления самых въевшихся загрязнений. На данном этапе пену на кузове нужно подержать 2 минуты, чтобы она размочила загрязнение, затем все смыть водой. После этого начинается самое интересное. Кузов автомобиля повторно запенивают, но теперь уже другими специализированными составами для бережной мойки. Кстати, второй слой пены содержит воск. Так автомобиль быстрее сохнет и дольше остается чистым. Однако повторное запенивание автомобиля – не общераспространенная тенденция на мойках, так как требует дополнительного времени и сил. Но, к сожалению, большинство владельцев моек экономят на данной стадии. После нанесения второй пены в ход идут специализированные крупнопористые губки импортного производства для бережной мойки кузова. Именно они предотвращают появление царапин при дальнейшей сушке автомобиля. Уже в конце авто обязательно продувают сжатым воздухом и бережно сушат протирочными материалами. После автомойки машина как новая. Возможно ли это? Впечатляющих результатов позволяют добиться услуги экспресс-детейлинга. Обработка авто горячим воском, обработка кузова гидрополимером. Данные услуги позволяют дольше сохранять автомобиль чистым, придают глубокий цвет и блеск кузову. Правда, дело это непростое и требует от мастера особой аккуратности. На наших мойках применяется технология двухфазной мойки с первичным запениванием и покрытием вторым слоем пены для ручной мойки, что позволяет добиться хороших результатов при мытье автомобиля. В целом на классическую двухфазную мойку уйдет не меньше 30 минут. Если у вас этого времени в запасе нет, а автомобиль хочется помыть, вам в помощь мойка самообслуживания. Все процессы здесь доступны и снабжены простыми и понятными инструкциями. Представлены 4 активные программы. Мойка микропорошком, ополаскивание водой, обработка воском для защиты лакокрасочного покрытия и обработка полиролью для быстрой сушки автомобиля. Современные технологии применяются и в шиномонтажных сервисах. Как правило, сегодня они находятся рядом, на автозаправочных станциях. Казалось бы, шиномонтажные работы довольно просты. Снять колесо, демонтировать шину, сделать балансировку колеса, выправить диск. Но на самом деле при работе на специализированном оборудовании нужна сноровка. Шиномонтажный станок позволяет работать с дисками до 21 радиуса. Также оснащен навесным оборудованием, позволяющим работать с низкопрофильными покрышками и покрышками RunFlat. Дальше у нас здесь расположен балансировочный станок электронный, широкий диапазон радиусов используемых, повышенная точность балансировки колес. Здесь у нас расположено пневматическое оборудование для удобства работы, для ремонта покрышек, порторасширитель, вулканизация, горячая, холодная. Полный спектр услуг осуществляем в данной области. Далее у нас здесь представлен станок для правки дисков. Также обслуживаем широкий диапазон радиусов, осуществляем правку и прокатку как стальных, так и литых дисков. Не останавливаться на достигнутом и расширяться – это главный девиз группы компании «Бикар», в которую входят 13 АЗС, «Эксперт» и «Бикар», расположенных по всей республике. В ближайших планах – завершение реконструкции АЗС на улице Суворова. Запуск ее состоится примерно в 20-х числах февраля. Высокий сервис на каждой автозаправочной станции «Эксперт» и «Бикар». Автовладельцам помогают заправщики. В круглосуточном режиме работают магазины с необходимыми в дорогу товарами, кафе со свежесваренным кофе,
аппетитной выпечкой, пунктами шиномонтажа, а на АЗС на Сернурском тракте еще и современная автомойка. На АЗС номер 1 на Карла Либкнехта 110 есть шиномонтаж, классическая автомойка и единственная в регионе немецкая мойка самообслуживания «Эрли». Кстати, на заправках есть и бесплатный Wi-Fi. На АЗС в поселке Дорожный работает автомат самообслуживания, один из первых в республике. Если вы дорожите своим временем, вам в помощь приложение «Бензубер», и тогда вы, не выходя из машины, одним касанием оплатите услуги заправки. Ежедневно сеть АЗС «Эксперт» и «Бикар» обслуживает более 5000 автомобилистов. В целях улучшения качества обслуживания на АЗС «Эксперт» работает бесплатная горячая линия по телефону 8 800 350 05 25. Позвонив на него, автовладельцы могут получить подробную информацию о качестве топлива, об услугах всей сети АЗС. На этом все. Наша операция «Инновация» завершена. Увидимся на нашем телеканале.